подписчиков за то, что они меня смотрят. Вот. Только из-за этого. Смотрим дальше. Он разыгрывал темы своим подписчикам. Третий грех заключается в том, что мы не знаем, как его зовут в реальной жизни. Чё? Ты чё, идиот? Это реально смешно. Написал. Я сейчас так Это он не орёт, это он пердит после того, как поел много килограммов курицы из KFC и из донатов людей. Это человек идиот. Это и грех заключается в том, что он никогда не говорил свой возраст. Он мастурбирует прямо на стриме. Насколько он уважает свою аудиторию, видите? О, какие звуки издает, вы слышали? Просто динозавр, просто хлопушка. Не написано, как меня зовут и сколько мне лет. Мало того, у меня в странице на ВК написано, когда я родился. Левая дата. Я думал, он уже ушел. Он редко проводит стримы на своем канале. Какие жесткие звуки он издает, Матвейка, повзрослел.